читаю дальше, да, с Кастанеда это осознание точки, развертывание каждой чакры, когда вот что вы такое написали, какой чакры? Я, честно, не ко мне, я это не знаю, не понимаю, о чем вы пишете, Александр. Какие-то книжные у вас, вы сами что-то видели, или я книжку не читаю, поэтому развертывание каждой чакры, когда уходишь. Какие чакры? Вы чакры видели? Знаете, что это за херня, такие чакры? Вам наговорили, а кого не спрашиваешь, ты чакры видел? Нет. А что ты про них тут толкуешь, про какие-то чакры, шмакры? Что это? Вы о чем? Я вас умоляю. Не надо мне таких книжных писать, я этого не понимаю.